В МЧС сообщают, что открытое горение удалось ликвидировать на бывшем военном полигоне в Удмуртии. Идет проливка территории. В борьбе с огнем были задействованы более 500 человек и свыше 100 единиц техники, включая авиацию и пожарные поезда. На помощь удмуртским коллегам из Екатеринбурга сегодня прибыли спасатели Сибирского регионального центра МЧС. В эпицентр пожара сбросили более 50 тонн воды. Накануне из-за расположенного поблизости военного городка эвакуировали около 2000 жителей. Для людей развернули пункты временного размещения. Сегодня там остаются 3 десятка человек. Остальные ждут возможности вернуться домой у родственников и знакомых.